что, друзья, это важный видеоролик, который должен знать каждый, кто использует Binance. И если вам нужно вывести вашу криптовалюту на гривневую карту, неважно какой монобанк, приват или что-то еще, то это видео для вас. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Когда вы переходите в основное меню приложения Binance, вам нужно нажать на кошелек в нижнем правом углу. Здесь вы уже видите определенную сумму, это если на спотовом или пополнение. Если ничего нет, переходим в раздел кошелек, спотовый, и нажимаем перевод. Нам нужно выбрать именно сумму со спотового на пополнение, то есть у нас идет спотовый кошелек, и выбираем пополнение. Все, здесь нам нужно выбрать USDT, вот у нас $20, и указываем сумму, именно $20. Все, нажимаем перевод. Перевод завершен, возвращаемся назад и видим в разделе пополнения наша сумма. Все, они у нас здесь, как видите, вот раздел USDT, $20. Все, дальше что мы делаем после этого? Мы переходим в пополнение, вот здесь раздел P2P, сюда. Вот, после P2P нажимаем продать, то есть есть вторая кладка, первая купить, нам нужно на продать. Нажимаем продать. Здесь способ оплаты у нас будет карта, и конкретно мы будем искать продавца. Здесь эти три точечки вы добавляете карту, если это необходимо. Вот способ оплаты. Переходите, регистрируйтесь, и только после этого вы сможете вывести. Все. Дальше что мы делаем? Здесь, как вы видите, в основном окне есть уже ребята, которые принимают. Здесь вот количество 10, лимит там от 20 до 24 тысяч. $20 это там около 700-800 гривен, плюс-минус. Вот, давайте конкретно с вами сейчас посмотрим. В данный момент $20 это 738 гривен. Вот, возвращаемся назад, нажимаем на фильтр. Мне нужно от 700, допустим, гривен. Мы здесь отфильтруем, чтобы конкретно выберем монобанк. Монобанк подтвердить. И у меня сейчас высветятся те продавцы, которые работают с такой суммой. Также обращайте внимание на количество сделок и завершение сделок. То есть это есть плюс. Вот. 99% вот товарищ есть. Давайте, допустим, возьмем... Вот у нас 429 сделок, я вот буду с этим сотрудничать. И у него курс хороший, 40.25. Нажимаем продать. Вот здесь вводим сумму, все, которые у меня есть, все 20. Моя карта уже указана, нажимаем продать. После чего вы ничего здесь не делаете, не подтверждаете, пока нам смс-очка не придет, что на банк пришли денежки. Вот есть время, 3.38. Ничего здесь не подтверждаем до тех пор, пока у нас смс-ка не придет о том, что деньги поступили на баланс. Только после этого нам нужно будет нажимать «Подтвердить платеж». Все, в принципе, ничего сложного нет. Сейчас мы просто ожидаем, в реальном времени денежка должна поступить. Вот видите? Здесь уже у нас есть предупреждение: доверяйте пользователям, которые просят о проведении офлайн сделки, подтвердите там та-та-та-та-та-та-та-та. Все, все должно быть здесь. Человек конкретно сейчас увидит запрос, он это подтвердит, на карту вам скинет. И только после того, как деньги поступили, мы уже можем продолжать. Потому что иначе нельзя. Иначе это будет возможен обман. Поэтому ожидаем, ожидаем. Я не хочу ничего обрезать, чтобы вы видели в реальном времени, как это работает. То есть в моем случае вот, вот как видите, подтвердить получение. Вот, как видите, 805 гривен зачислено. У меня, вот видите, Оксана Ильченко. Все, есть, есть. Сейчас перепроверим на всякий случай. Зайдем в монобанк. Убедимся, что действительно денежка зашла. Да, денежка зашла. Переходим обратно в Binance, можно подтверждать платеж. Нажимаем подтвердить платеж, соглашаемся, а получил правильную сумму, все, подтвердить. Все, здесь сейчас нам придет код, получили код, нажимаете отправить, все, вот это вы все дело увидите, успешно проданы ваши деньги, которые у вас сумма нужна была. Готово, все, в принципе, операция завершена. Итак, друзья, вот сами все видели, все в принципе просто, ничего сложного нет. Поэтому подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий. Напоминаю, что в описании под видео есть ссылка на регистрацию Binance. Вы точно так же получите бонус, активируете себе бонус тем, что именно от меня проведете регистрацию. У вас уже будет скидка на
ввод криптовалюты, на вывод точно так же. Поэтому ныряйте также в описании под видео, есть полезные ссылки для заработка, телеграм-канал и остальные ссылки точно так же закреплены в комментарии под видео. Дальше больше, скоро увидимся.